Железная любовь. Такая существует. И доказали это супруги Мирончиковы, которые прожили в браке 65 лет и отмечали железную свадьбу. Причем их пара доказывает еще одно правило. Влюбились Иван Федорович и Екатерина Васильевна с первого взгляда и на всю жизнь. Пришли в гости, встретил ее, сразу понравилось. А через две недели поженились. Вот так вот. Вот. Чем понравилось? Тогда женихов не было. Были все наши женихи на фронте погибли. Мы никогда не ссорились при детях. Никогда. Вот. Никогда не кричали друг на друга. Так, ну, посердимся, не поговорим, может, денечек-два или что ли. И всяко бывает. Вот весь секрет наш. Любим друг друга. Друг без дружки не может. Деньгами он хозяйственный. Рынок, магазины – это он. Моя дома работа. Все по дому, дом. Я не люблю ходить в магазине. Вот у меня, вот бар, у меня тут всякие коньячки, водки, ликеры. Ну, в общем, большое разнообразие. Это только для гостей. Гости приходят, то я гостей угощаю по выбору тоже спрашиваю, чего пожелаешь, то у меня есть. Меня это что есть, что нет, меня это не привлекает. Я этим довольна, что не курит и не пьет. Это самое главное. И дети также. У нас двое детей, два сына. Одному 62 года, другому 57 лет. И внуков у нас трое, правнучков у нас четверо. Здравствуйте. Екатерина Васильевна. Здравствуйте. Иван Федорович, Екатерина Васильевна, мы искренне от всей души поздравляем вас с вашей знаменательной датой. 65 лет для обычной жизни обычного человека уже хорошо и достойно. А вместе столько прожить, ну это с вас только пример брать. Но сегодня мы обязательно крикнем горько. Обязательно. Поэтому еще раз вас с праздником. Спасибо. Всего вам самого доброго.